Валентин Александрович, а вы что, на нас в милицию будете заявлять? Какой смысл? Для вас любой срок станет пожизненным. Копать давай! Я копаю! Сколько потратили? У меня все чеки есть, все есть. Если что, будем из пенсии вам возмещать. Ну все, я не могу вспомнить. У меня склероз. Может, со второй попытки вспомнишь. Больше двух ям ни мне, ни вам не нужно. Рудь, я вспомнил. Я вспомнил. По-моему, здесь. Сейчас. Вот. Вот здесь. Все. Все. Кто это? И почему он угрожал вам пистолетом? Это наш директор. Он хотел лишить нас наследства, бандюга. Дорогая Мария, после того, что здесь случилось, мы должны быстро ехать в старый город. И самое главное, поменять внешний облик. Да. Да, да. Ну, есть идея.